Всем привет! Сегодня сделаем очень полезное устройство. Не будем разговаривать, без слов. Поехали! Так, получилось вот такое сиденье, снимающееся, очень удобное для ребенка. Крепится здесь на раму. Все, резинки везде подложены, чтобы не покорябать раму. Также тут. И сделал подножки. Подножки сделал тоже из хомутов сантехнических. Это трубка ПВХ, внутри чопик деревянный, и в чопик вкручен полностью вот так вот штырь металлический. Ну, то есть ребенку, вес ребенка вывезет. Вот такая вот система. Если был кому полезен, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока-пока.